«Память говорит» – так называется виртуальный музей, посвященный героям Великой Отечественной войны. Он появится на сайте Гродненского областного комитета БРСМ ко Дню независимости. Сейчас активисты молодежной организации собирают экспонаты – фотографии, документы, письма и душевные истории. Уникальность этого виртуального музея в том, что там будут храниться не только хронологические даты из истории жизни тех наших ветеранов, но и душевные истории о любви, о дружбе, о тех каких-то воспоминаниях, которые смогут тронуть душу каждого, кто прочитает и посетит виртуальный музей на нашем сайте. С 10 февраля в областном центре работает пункт оцифровки. За неделю для виртуального музея собрали уже около 250 фотографий с информацией и различными историями об участниках Великой Отечественной войны. Каждый горожанин, житель нашего города, каждый гость нашего города может прийти в любое рабочее время, в любой рабочий день и принести фотографии своих дедушек, бабушек, военные письма, и мы поможем стать этим письмом экспозицией нашего музея. У нас есть первичные организации в различных управлениях и ведомствах, которые компетентны сегодня восстановить фотографии, если там есть утерянные элементы, либо расшифровать почерк письма, которые, скажем так, очень важно и дорого сердцу тех, кто принес это письмо к нам. Внести свой вклад в создание виртуального музея есть возможность не только у гродненцев. Историю или фото можно выслать на электронную почту молодежной организации.